Хорошо. Так, скажите, пожалуйста, где вы находитесь? Я нахожусь в Соединенных Штатах. Вон как. А какой штат? Ну, сейчас я еду в штате Небраска. Вон как. Я был в 90... А вообще живем в штат Вашингтон. Ага. Я в 92-м году был там, в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Нью-Йорке. Он за машиной едет. Ага. Это вы прямо на ходу едете? Ну, я прямо на ходу еду, да, и как бы вот просто читал ваши рекомендации некоторые, некоторые лекции слушал, давно слушал даже лекции. Ну, а вот ехал и думаю, смотрю, Игнатий Лапкин на Ютубе, думаю, ну-ка послушаю, посмотрю, что нового в рассуждениях. Ну и вот решил позвонить, думаю, как-то узнать об этом всем хотя бы более подробнее, лично из ваших уст. Вы знаете, что у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? А я не против, конечно. Пусть все, будет. Я вас слушаю. Говорите, пожалуйста. Какие вопросы? А я хотел спросить. Вопрос такой по поводу, ну вот, последнего времени, пришествия Христовым. Как долго еще все это затянется? Как вы думаете? Так думать-то Господь запретил. Он говорит, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Это тот вопрос, по которому Господь нам пальцы связал, чтобы мы не гадали. Хорошо. Ну, Павел пишет в послании, не помню в каком, пишет, говоря, что... Братья, вот вы знаете, вот рассказывает признаки пришествия времени, говорит, но мы не во тьме, чтобы день тот застиг нас внезапно или врасплох. То есть мы как бы во свете слова Господня. Может быть, какие-то есть более, ну, не точные, хотя бы вот, ну... Ну, ориентиры какие, что будет отмена всей денежной системы, вот это чипы, ННН, это не на пустом месте разговор. И будет... Армагеддон, одна последняя третья мировая война. Америки тоже там сладко не будет. И будет тогда один царь в Иерусалиме из колена Данова. Это абсолютно точно знаем. И царствовать ему 3,5 года. Хотя у власти он будет 7 лет. А 3,5 уже над всем миром. Но явно что-то еще не сегодня, где-то рядом. Ну, лет 10, 5, 8, не знаю, 20, никак, как нельзя, вы думаете? Нельзя. Сейчас учат политологи, все это глупости. Один Отец Небесный положил в своей власти. Он внезапно меняет мысли, президенты, договоры. Все летит кверх тормашками. Какая армада надвинулась, Гитлер под Москву, ничего не мог сделать. И пришло время, наступил час, само рухнуло, и нигде ничего нету. Угу. Вот еще такой сюжет. Там написано в Откровении, написано, кто поклоняется зверю и образу его, будет пить вино гнева и ярости Бога Вседержителя, вино цельно приготовлено, вот, ну, я так понял, там, ну, приготовлено тем, которые поклоняются зверю и образу его. Так. Так вот, а в другом месте, дальше, кстати, в этом 14 главе написано, здесь терпение святых, имеющих веру в Иисуса, и что-то еще дальше. Потом дальше пишется, что увидел я на небе одного ангела с острым серпом, и другой там был на небе, он ему сказал, пойди, пусти серп свой на землю, ибо созрела жатва. Он пустил серп на землю, и земля была пожатва, тихо и спокойно. И также я увидел еще одного ангела, выходящего из храма, и другой ангел сказал ему, пусти серп свой на землю, и обрежь гроздья винограда на земле, ибо созрела жатва. И он обрезал и бросил их в великое точило гнева Бога Вседержителя, и стоптаны ягоды его за городом, и потекла кровь даже до ус и ус конских. А что вы думаете по этому тексту? Он относится где-то к нам, или вообще это не к нам относится? Или как это понять? Можно ли подразумевать это убиение праведных и нечестивых? Или это просто, как бы, я даже не знаю, как вот... Видите,
У нас вышел из печати трехтомник Нового Завета. Впервые с откровением, толкование. И откровение, толкование написано по всем святым отцам православной церкви. И это очень... Вы задали вопросы, это примерно страниц на 50 ответ. И как можно сразу ответить? Это просто вы, если дадите адрес, я могу вам скинуть, сказать. Вот у меня, когда мы вчера только послали в Америку книги, они выписывают книги эти, трехтомник особенно. У меня 38 книг вышло, а это Новый Завет, полное толкование с откровением. Вот. И это все там описано. Тут я зачем буду уже повторять об этом? Уже все сказано. По всем святым отцам. Ириней Леонский, что говорил, Кирилл Иерусалимский, Андрей Кесарик и Подокийский. Ефрем Сирин, все абсолютно выбраны. Трудился над этим 3 года отец Геннадий Фас. Он магистр богословия Московской патриархии. Менонит, в моем доме он пришел в православие. Вон как. Да. Хорошо, хорошо. Но мы будем иметь в виду. Имейте в виду. Мы только вот трем респондентам в Америку послали. Это вот сейчас была, она выписала 7 книг, вчера только послали. И, ну и среди них, конечно, Новый Завет. Новый Завет этот, просто он не имеет равных себе. Там 240 иллюстраций цветных, лучшего иллюстратора Библии Гюстава Доре. Мы сами раскрасили, там вообще чудо. Мы их подарили 240 библиотек мира. Ну, я вот... Пожалуйста. Я хотел спросить вот еще. Так я понял, что у вас есть какие-то по этому рассуждения. Я сейчас не смогу прочитать именно вот все книги. Ну, по крайней мере, даже этот вопрос мой. Но, в общем, я так понимаю, что за этим всем стоят какие-то просветительские, то ли всемирные, то ли масонские, то ли какие-то иллюминатские организации, я так понимаю. Ну, тогда так прямо не указано, но здесь в толковании как раз указано. Все называется сегодняшними современными пониманиями. И кроме того, дает там опровержение всех самых современных сектантских толкований. Вот чем ценно. Вот. И говорить, вот в какое время, в каком порядке. Здесь все показано. Сначала общая панорама дается, и на какое время, и показаны даже моменты, в которых что уже исполнилось. Это откровение чрезвычайной важности. Ну, одно то, что взято по всем святым отцам с 1 века. Это огромный-огромный труд проделан был. Так, хорошо. Я не знаю, удастся ли вы мне ответить. Я опять же повторю, а я вам что скажу я сейчас, подождите, пожалуйста, я вам скажу. Вы на наш сайт зайдите, его легко найти, просто по-русски, русскими буквами заведите в Google, напишите сайт во свете Библии. Сайт во свете Библии. Русскими буквами в Google. Вот она, сайт во свете Библии Игнатий Лапкин. И оно откроется. И там на первой странице уже показаны книги, наши книги. И когда ткнете, и там все книги перечисляются, и откровения. Это 3-й том Нового Завета. Вот 3-томник по 752 страницы. И вы его возьмете и все прочитаете. А, вот как. Да, хорошо, хорошо. На первой остановке вы все уже будете иметь в руках. Хорошо, хорошо, замечательно. Еще видя о вашем устройстве, вашего поселения, скажем, да. Как удается сохранить молодежь? Ну, в каком плане? Только около себя мы ведь не держим. Это не пензенские затворники. У нас государственная школа. Но учитывая того, что... Совсем махонькие. Мы только начали, но 23 года уже позади. Главное было получить статус, получить землю, подвести электричество, получить государственную школу. Образование-то идет официальное. Но начинается с молитвы. Вот. Когда молодежь подрастает, они едут в город, учатся в университетах. Это мы же их не прячем, что они около нас, чтобы сидели. Ну, кто-то сохраняется, а кто-то он... Вот у нас не положено бороду брить. А он учится здесь в университете и стал бороду портить. Он стоит с оглашенными.
У нас очень строгие порядки. Какие строгие? Ну, по канонам. Я как-то подсчеты сделал, я много занимался канонами, книга правил. 719 действующих ныне правил, 719, которые имеют отношение истинно к нам. 413 ежедневно практически во всех храмах патриархии нарушаются. Это 57%. И когда священники стали уже меня зажимать со всех сторон, а вы тоже нарушаете, стали исследовать, мы не нарушаем ни одного правила. Почему? А зачем нарушать? Я православный, и вопрос снятый. Я обязан выполнить. У нас не положено ни опаздывать, ну что там говорится. Все, что написано, мы стараемся. Рукоположение не раньше 30 лет. У нас нет этого. Если он раньше, он должен быть извержен. Посты соблюдают все. Но это внешне скажут. Но у нас главный вопрос о духовном рождении. Духовное рождение, водительстве Духом Святым, о благовестии, чтобы всюду и везде было. Вот сегодня пришли с благовестия, как могли в городе. Мы проехали, вы знаете, если смотрели, от Владивостока Находки до Лиссабона, Скандинавия и Прибалтика. 440 городов и сел прошли. В каждой библиотеке каждого города я дарю 38 своих книг. Ну и свидетельствуем, в храмах проповедуем. Как их сохранишь-то? Ну, таких еще нету сказать, что совсем, чтобы ушел он неверующий. Которые учатся, они здесь в городе ходят в нашу крестовоздвиженскую общину. Сегодня они были. Ну, желать приходится лучше. На благовестие их нету. Они отбыли службу, все, служба и все заканчивается. На собрании побыли и домой. А у нас-то после этого трапеза и сразу начинается занятие по изучению Библии. А потом наши братья и сестры идут на благовестие в город. По домам там, всюду мы шли, везде давай, раздаем Евангелие, дарим. Даем свои визитки на наш сайт, форум. Тем более там 50 книг на сайте, моих книг, моим голосом, не моих книг, а голосом насчитанные. Это Златоуст, 12 томов, 12 томов жития святых, 5 томов добротолюбия. Это все на нашем сайте, куда зайдете, в аудио. Вы если скачаете, вы дорогой спать не будете. А, вот как. А, вот как, даже их можно слушать. Да, это 50 книг, за что меня судили советской власти. Последний раз в 86 году я отбывал. Я архипелаг ГУЛАГ насчитал, вы там все скачать можете и слушать. 50 книг, это книга правил там. Замечательно. Есть. Там и Игнатия Брещанина, и прямо Сирина вы все найдете. Прямо на этом сайте. Написано аудио и видео. Ткнете и сразу выйдете туда. И притом, это если... вот то, что я записал, да? Да. И если вы выйдете, допустим, на «Жития святых», там дается не так, как оно в книгах, а я выбрал из 12 томов первый том, это первый век выбрал, потом второй век выбрал, до 19. Получилась развернутая картина церкви. И рядом каталог дается, таблица, на какой файл вы хотите, продолжительность, сколько страниц это. То есть там огромная-огромная работа проделана. Вам это все очень понравится. Очень. А вот еще вопрос. Да, давайте. Хорошо, хорошо, я благодарствую, как бы сказать, за это. Я хотел спросить, что вот, я, честно говоря, до конца не могу видеть сейчас, что происходит у нас в Америке с старообрядцами или староверами, как их называют здесь? Ну, видите, тут вопрос-то надо сказать. Я не уточняю вопрос, а просто как бы для сведений даю. Старообрядцы на две ветви, вы знаете, это приемлющее священство и беспоповцы. Приемлющее священство, это две, вот в России это белокривицкая иерархия, у них митрополит Корнилий, а вторая это новозыбковская, древле православная, у них патриарх Александр Калинин. Ну, а беспоповцев их больше 50 разных толков, это раскольники, а у которых священство это настоящая церковь. Там у них был Даниил, они приняты в зарубежной церкви, там, у митрополита Виталия, у Лавра. Сейчас я не знаю в данный момент, как они там, но они были прямо в синоде, Даниил у них епископ был. У нас здесь отношения, ну просто знаемся и все. Они никак ничего не принимают. Они в этом вопросе крепко держатся своих обрядов и все. Мы-то из старообрядческого корня, поэтому нам это близко и рассуждать. Но они-то считают, вы не коньяне, теперь молитесь щепотью. А мы не молимся щепотью, а мы молимся двуперстно.
У нас считается Духа Святого Господа истинного в нашем веруют-то. Нам официально все разрешено. Ну, кто-то у нас троеперстно крестится. Мы принадлежим официально к Русской Православной Зарубежной Церкви. Той части, которая приняла акт в каноническом общении с патриархией. Поэтому патриархийные архиереи к нам приезжают вместе, служим, причащаемся. Вот. Но мы не под ними, не под патриархом. Когда они приезжают, тогда во время литургии патриарха поминает и митрополита Илариона Капрала. А когда мы одни, мы патриарха на возгласах не поминаем. Дома везде молимся сами. Иначе они нас уничтожат просто сразу. Вот почему. Самое главное, что они не держат слова. Сегодня говорят, а завтра переворачивают и кверх ногами. Совершенно нельзя доверять ни в чем. Ну да, да, это действительно. Тут надо бодрствовать, да. Ну, да. Ну Бог нас хранит пока. Вот брат мой, он да, протоиерей, он уже больше 35 лет. Отец Иоаким. А вот я сегодня выставил ролики. Вот а вы на нашем Ютубе бываете на канале? А я на канале нет, я так в общей странице смотрю. О нет, смотрю, вы зайдите вот, на видеоканал. Видеоканал называется «Открытым оком». Вот два слова запишите только, и сразу откроется. Там «Открытым оком». Это из книги чисел взято. «Открытым оком». И рядом можете поставить «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» — это на все наши, на форум, еще форум Игнатия Лапкина. Форум, там 1700 тем наших роликов, 2700 роликов наших. Вы найдете на все. И там, ну просто на все абсолютно. И «Жития святых» я рассматриваю «Во свете Библии», 12 томов. Это все видео. Там, ну, на любую тему, как мы едем дорогой, где бываем, в Москве, вот там проповедуем, как деревня, лагерь, у нас детский лагерь, он уже 42 года. Мы были единственный православный лагерь в советское время. Вы найдете по любой тематике все там. Там все по плейлистам разобрано. Хорошо, хорошо. Вот еще я как-то немного читал... труды Малакан. Что вы можете, вот как бы, или какое ваше мнение о малаканстве в прошлом и сегодня? Видите как, ну слово в Малакане, они даже никто не толком не могут объяснить. Одни считают, потому что в пост едят молоко, а другие, что на Кавказе молочная река на ней были. Начиная с этого. Далее, мне нравится, что они с бородами не трогают бороду, старики держат как-то. Ну это не церковь, а церковь-то определяется одним. Не нарукавниками, не кадилом, а если истинная рукоположенная хератония, священство от апостольских времен, ну их нету, это то же самое сектантство. У них нет священства, нет таинства, нет литургии. Нету. Ни одного таинства не может быть там, где нет священства. Иоанн Златоуст говорит, без этих священных рук нет спасения живущим на земле. Бог так устроил, и не надо с этим спорить. Хорошо, и прояснение такое более яснее. Вот еще вопрос по поводу, я не знаю, ну назовем их сектанты, пятидесятники, да, вот говорение языками у них там, это что такое вообще? Видите, мне легко об этом говорить, потому что я впервые получил Библию у них 53 года назад. Вот когда. Я их знаю, я у них проповедником был, но я у них ничего не получал, кроме в руки Библию. Мое православие с пеленок во мне, и поэтому ну, молитва матери, все, меня везде сохранили. И у них самое мощное везде беснование и грех блуда. И грех блуда. Говорение, все это не от Бога. Я им докажу это в течение 15 минут. А почему? Вот на днях с одним разговаривал, он уже пришел. Тут много людей, которые по интернету с нами познакомились, даже сектантские руководители. И они сейчас мои книги все выписали, купили, перешли в православие. Вот. Бог трогает сердца людей. Я говорю, скажите, вот у вас, если нет толкователя, написано, что, ну как, Коринфян написано, молчите. А вы молчать не можете? Первый вопрос, не можете? Нет, если толкователя-то нету. Второе, духи пророческие повинуются пророкам, а ваш дух вам не повинуется. Третье. Если есть толкователь, и вы говорите, то за время одного богослужения два или три должно быть. А у вас хоть сто будет, вы не можете. То есть
И духи эти ваши не от Бога. А почему? А потому что, говорит, языки – это суть знамения для неверующих. Я говорю, объясните этот стих. Ну, 14 глава, 1 послание к Коринфянам. Ну вот, зайдет неверующий, он увидит, что мы говорим на иных языках, на незнакомых. Я говорю, вы не путайте. Иные – это апостолы получили, а это незнакомые. Ну и что? Но он скажет, что это диво, чудо. Да наоборот, он скажет, не беснуетесь ли? А как же тогда для неверующих? Иоанн Златоуст пояснил, блаженов Эпилакта, что евреи зазирали пришедших из язычников. И им нужно язычникам было удостоверение, что Бог их принял. Ну, Господи, ну хоть как-то, ну чем-то покажи, там засияет, пускай. И он давал им знания вот незнакомых языков. Для неверующих, не для посторонних неверующих, а для тех, кто говорит. У него веры не было, что его Бог принял. Евреи задолбили, вы гои, вам это не дано, вы... Ну и как, что написано в протоколах-то? Они совали им это. Для неверующих они этого ничего не знают. И все. Больше ничего не надо. И мой сектант, пятидесятник, он на нуль сразу съезжает. Угу. Вот как. То есть слова Павла, когда Павел говорит, я больше всех вас говорю языками, подразумеваем, что он говорит на иностранных языках. Конечно, это знают. В то время, так мы встречаем, что у Иринея Леонского уже об языках упоминается как о оконченном деле. Потому что христианство распространилось везде. И знать одному русский и киргизский не надо, потому что есть киргизы и русские верующие. А тогда не было. В нем в одном был этот вокабулатор. То он обязан был всем и говорить. Сегодня с одним, завтра, как Фома пошел в Индию, а он индийского не знал, Бог открыл. Как Ефрем Сирин-то стоял, Василия Великого-то, помните, он видел его и молился, Господи, как бы мне поговорить? И вдруг стал разуметь греческую речь. И они насладились речью. Ну да, дивно, дивно. Вот вы упомянули, кстати, если я не ошибаюсь, о неких сионских протоколах, да? Да. Я вот слышал о них, я только не могу понять, как мы можем достоверно знать, что то, что сегодня выброшено в информацию, достоверно именно те сионские мудрецы, протоколы, о которых вот все так говорят. Как это можно знать сегодня? Ну, те, которые говорят, что это недостоверно, нужно смотреть, кто говорит. Это, как правило, не верят евреи, то есть они говорят, что не верят. Или полукровки от евреев. Это абсолютно точно. Далее. Говорят, что это царская охранка подбросила. Давайте с ними согласимся. Скажите, а у царской охранки были такие специалисты по социологии, по юриспруденции и по всему, что в мире делается, совершается, политические войны, чтобы вперед за столетия сказать? Да нигде нету. Идет-то все по протоколам, вот доказательства-то. Что они делают? Какие сейчас вот эта ювенальная юстиция, все остальное идет этот четко по протоколам. А кто это выполняет? Вот я беседую с одним писателем, а он полукровка, еврей. Ну, очень хороший, сильный, такой антикоммунист был. У нас такая дружба с ним была. Но однажды он сказал, ну неужели, Игнатий Тихонович, вы можете верить в эту подделку? Я говорю, знаете, не верят только евреи, полукровка. Он разобиделся и разорвал дружбу. Совершенно. А, вот как. Вот как. То есть любая бестолковая еврейская бабка, она ничего не знает, но ей дано задание никогда нигде не позволять, чтобы протоколы признавали действительным. Это задание всем евреям. И нигде, чтобы не разрешали говорить плохо об евреях. Не говорят правду, а плохо. Это ахаово племя. А мы должны говорить. Мы должны бороться с евреями, с мусульманами. Но оружие только одно – любовь. Оказать им внимание, помочь, разъяснить. Дать им свет Евангелия. Вот вы в ролике, когда будете смотреть, вы посмотрите, как мы в пути едем, там, по Турции, в этом были в Дагестане. Мы ночевали в доме у мулы. И как там идет беседа. Я беседую там. И мула тут стоит, и его жена. Это не придумано, это не слова, это ролик. Видеть можно, как мы молимся там. Это надо просто видеть. Вот говорят, они такие, нам говорили, в Чечню не ездить, а мы 3 раза там были. Так мы-то не просто едем, мы едем с книгами. Вы когда зайдете книги в сайте, то там открытым оком 33 тома по 730 страниц. И 18-й том, запомните, 18-й. Это мусульманство.
18 мусульманство. Я разбираю весь Коран по сурам и аятам в сравнении с Библией. Этого никто никогда не делал. Этот материал просто уникальный. И я не нападаю, ничего, просто показываю, и как, какой выход. А вот 23, 24, 25 том, так а там что разбираю, и что за 1300 лет было говорено о мусульманах, кем, какими святыми отцами, житиях святых, все в этом томе. В одной книге собрано все. А вот 23, 24, 25 том, это об евреях, три тома, это ну, моя книга, написана Игнатием Лапкиным, том «Открытым оком». Вот, я разбираю Талмуд. Талмуд в сравнении с Библией. Это 12 томов Талмуда. И что об евреях было сказано политическими деятелями, поэтами, царями, ну, и там сионские протоколы, все. В течение 3600 лет. За 3600 лет все выбрано. Это материал капитальнейший просто. И никаких нападок нету, а просто и как историк я рассматриваю в оригинале. И как к евреям подойти? Вот ко мне привезли одного еврея показать. Вот он там с баптистами что-то поехали. Приехали, а он с ними уже не поехал. Часа-то три у меня побыли. И он вышел уже православный. Стал православным батюшкой. Я говорю, с евреями боритесь, чтобы через каждого пришел один еврей и стал православным священником. И все. У меня в доме пришел следователь КГБ и стал священником. Да КГБисты на меня злились, я как не знаю. Какого человека погубили? Это Бог делает. Я говорю, через каждого пускай один придет. И вопрос решен. А это просто руками-то махать проще всего. Согласен, согласен, да. Любовь, главное. Павел говорит. Да. Я хотел по поводу, кажется, Талмуда, да. То есть я понимаю, там есть описание по поводу Талмуда. Вот еще вопрос. Талмуд, который сегодня есть в русско-доступном диалекте, он как тоже так правилен, как протоколы сионских мудрецов? Или же это все для русскоязычного, а для них свой Талмуд? Нет. Видите, как? Их два варианта. Один, который пришли они из Вавилона, и другой, который иерусалимский. Это два слепка. Он касается таких мелочей, о которых люди даже не подозревают. Вот я держу голубей, у меня голуби. У меня три голубят, я просто люблю голубей этот. И там написано, допустим, голубенок вылетел, а две голубятни. Кому он принадлежит, этот голубенок? Они меряют шагами какое расстояние. Вот дерево, допустим, а у них считается, что птица может принести кость животного или кость человека. А ты ехал, а у дерево растет у тебя в ограде, а ветви туда, и ты на коне остановился, она с ветки уронила на тебя кость, осквернила тебя. Кто за это отвечать будет? Если дали пасти корову, еврей корову, поселился у нас еврей, а корову дал. И если мы неверующие, не надо давать корову. Почему? Чтобы мы не пасли ее. Ты никогда не придумаешь, что там написано. А чтобы вашу корову не изнасиловал гой русский. Больше нам заниматься нечем, как коров насиловать. Вот, понимаете, это вообще. Если ты сдаешь, еврею говорят, ты сдаешь свой товар куда-то, а склады гоевские, так смотри, с какой стороны ворота. Если со стороны дороги, то гой будет бояться, не возьмет. А если он по себе меряет-то все, еврей-то. Это все на полном серьезе написано. Если еврейка устроена сработать, а там одни мужчины, и все это предусмотрено. Как будто только ждут еврейку, и все сейчас к ней полезут. В самих правилах, ну, смешно просто. Я уж любитель правил, но не до такой же степени. Угу, вот как. Ну, то есть, в принципе, ну, а есть какие-то целесообразные или вот какие-то вот простые? Нет, ну, нет, целесообразные бы... есть, очень хорошие. Очень хорошие. Это я взял уже такое, что я их как раз разбираю, и кроме того, я с похвалой отношусь. Регламентация жизни дает нам порядок, мы каждый сверчок знает свой шесток. Мы друг на друга наезжать не будем. Ну, у вас ремень-то через плечо, ничего. Ну, рядом ребенку, сиденье, как не делай этого, вообще ничего не будет тогда. Будут, говорят, какие-то промилле, какая, сколько ты пива выпил. У нас тоже на дорогах существуют правила какие-то.
А там все досконально взято. Как относиться, как начинать молитву, Шма Исраэль, то есть слушай Израиль, главная молитва. Ну. У нас была еврейка, я все время знаком, работал. Это интересные люди. И я всем говорю, ты хочешь, чтобы был благословенный? Вот, допустим, вы едете на машине. Вы хотите доехать до места? Ну да. Я вам посоветую, как это сделать. Тут два пункта. Полюса. Первое. Никогда не проклинай евреев, семя Авраама. А благословляй. И будешь благословен. А как благословлять? Ну, как благословлять? Чтобы было хорошо. Чтобы они обратились к Богу, познали Христа, как своего Мессию, Машиаха. Не ждали Антихриста. И второе благословение, которое заканчивается Малахием, чтобы ты платил десятину церковь, десятую часть со всех своих прибытков. Вот. А между ними все остальные благословения от отца, от матери. Вот два благословения. Евреев благословляй, но и проклинай. А евреи захватили тут березовские щубайцы. Все правильно, ничего не опровергай, но только не проклинай. Ты ничего это им не сделаешь, а во-вторых, ты повредишь себе и своим потомкам. Я вот благословенный могу сказать, и все подтверждают. Я чрезвычайно счастливый и благословенный. И я могу ответить, почему. Я с детства научен быть внимательным и благословлять даже врагов. Благословляйте врагов, ненавидящих вас. И будешь благословен. Хорошо, хорошо. Замечательно. Вот еще по поводу Талмуда. А есть какие-то более... Я просто видел ролики на Ютьюбе. Там рассказывалось о неких, непристойных оргиях, которые описываются в Талмуде. Якобы описываются или действительно описываются. Может быть, это в Вавилонском, а может, в Иерусалимском. Не знаю точно в каком. Что вот как бы, какие-то там, я не знаю, они так косвенно говорят об этом. А кто говорит? Я даже... А кто говорит? А кто же там, или «Россия с ножом в спине» что-то, или другой какой-то был ролик. Ну, «Россия с ножом в спине» — это Душенов Константин Юрьевич. Он отсидел уже за все это. И сейчас евреев не поминают нигде никак. А, за это уже отсидел, он отсидел, да? Уже. Вот только не вернулся, и сейчас он выступает, он теперь такой патриот. Ну, он хороший человек-то. Он православный. Но по меркам Евангелия-то он нерожденный свыше человек. У него рассуждения не евангельские. И с кем он беседует, и, мы поддерживали жену его, мы знаем не понаслышке. Помогали, наши люди ездили туда. Он вернулся, сразу мне позвонил. И связи больше нету. Никакой. Я знаю, откуда это идет. Он написал последнее, его газета «Русь православная» выпускал он. И он написал, это горбоносая, пущеглазая сволочь, заголовок про евреев-то. Его там доказывают, оскорбительно, не оскорбительно. А я объясняю, что да, действительно, пущеглазые, действительно горбоносые. Но теперь рассмотрим, оскорбление или нет. Мудрец Сократ был пущеглазый. Ему говорили, глаза у тебя на выходе какие. Он говорит, скажите, а глаза для чего? Чтобы смотреть или на них смотрели? Чтобы смотрели. Так у вас глаза в ямах, они видят только вперед. У меня выпущены, как у рака, я по сторонам даже вижу-то. Мои глаза лучше ваших. А что горбоносы, это Бог так пометил свой народ. Это они нормально дышат, все у них хорошо. И их видно, как пейси даны были им, чтобы во время ночной битвы там все легко определить было своего. Вот когда вы зайдете на мои книги, то 23, 24, 25, и вы там найдете ответы по евреям. Это 3600 лет туда заложено. Интересно, интересно, хорошо. А вот еще один хорошо. Том я назову вам. 15-й том, обязательно у меня там скачайте. 15-й том. Там полностью приводятся протоколы сионских мудрецов и мои ответы по ним. 15-й том «Открытым оком». И там 74 человека, наши прихожане, как пришли к Богу. Вам будет это очень интересно. Их телефоны, адреса даются. Как каждый пришел к Богу и стал членом нашей общины. Пришли в основном, я в разных университетах преподавал. 3 радиопрограммы вел радио. И люди в основном пришли через это. Угу.
Да, интересно, интересно, интересно. То есть мы по поводу Талмуда, у нас, как бы сказать, каких-то, ну, каких-то вот, как это сказать, как же это так, экстремальных таких вот нецелесообразных, я имею в виду критических в негативном случае, в негативном понятии, понятий в Талмуде не существует. Но есть, как бы сказать, более целесообразные, есть менее целесообразные, так я понимаю, да? Но сейчас в Москве евреи в России выпустили официально свой труд, ну это как бы исторический Шульхан Арух. Там он пропитан лютой ненавистью к гоям. Если упал кто в яму, ты не вздумай подавать лестницу там и прочее. Там все говорится, что гои это не от семени, там и такие скверны говорят все, Шульхан Арух. Это их руководство. Mm. И там в Думе поднимали, много об этом говорил как раз Душенов Константин Юрьевич. Вот, ну, с ножом в спине России это где-то. Ну все там, там же еврейское лобби, все это задушили. А там они набрали списки, 500, кажется, уже разных больших людей подписались. А потом 5000 уже. Ну все замяли, замяли. А меня это не трогает. Вот иногда говорят, а вы видели в городе там целые большие баннеры какие, там женщины, там всякие... Я ничего не вижу. Во-первых, я не хожу, а если хожу, то я смотрю себе под ноги. Я глазами не лажу, где не надо. На меня это не влияет никак. Я никогда не бунтую. Да не делай ты. Написано, змей пустил реку, но земля поглотила. То есть земля, земляной человек, они всю эту реку мерзости пустили, они ее и глотают. А церковь она не достигает. Ну да, вот у баптистов есть, у протестантов есть некое понятие, что у нас благодать, и мы под благодатью, то ли нам надо что-то делать, то ли не надо ничего делать. У харизматов там тоже как бы какая-то вот каша, я так понимаю. У пятидесятников там говорение языками покрывает якобы все. Если говоришь языками, то якобы ты уже совершенный человек. Вот что вы можете сказать по поводу благодати? Что это более такое, как говорится по-украински, там, ну, так скажем, с оттенком, возьмешь в руки, маешь вещь, да? Вот что это в реальной жизни сегодня, благодать, это что такое? Я вам отвечаю. Это мораль? Понял, словами Феофана Затворника Говорова, епископа. Он говорит, благодать трех видов. Первое, призывающее. Вера от слышания. Это оспаривать никак нельзя. Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Благодать. Благодать тому дана, кто проповедует. А ты еще знать не знаешь, и вдруг ты услышал голос, ухо навострил. Вторая часть, благодать призывающая, чтобы ты услышал, Бог тебя зовет. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Призывающая и обращающая. И третья благодать, освящающая. Вот первые две части есть у сектантов, но у них нет освящающей, нет рукоположения, нет благословения, нет таинства. А у православных есть священство, епископат, патриархат, но первые две части почти отсутствуют. Все это какие-то басни, побосенки, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. А Словом Божиим называется Святая Библия, Священное Писание. И сектанты имеют очень правильный подход входа в церковь. У православных неправильный. Родился, его ладошкой хлопнули, вода попала, не попала. Во-первых, нет крещения сегодня почти нигде. Это извращение. Дальше, почти все таинства извращены. Сектанты делают правильно. Каждый должен лично уверовать во Христа. Принять его лично своего Спасителя. Православные их долго, так где вы нашли личное? Ну, я не сектант, но я скажу, что в данном случае они правы. Иоанн Златоуст говорит, ты присваивай, усваивай сказанное. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. А ты скажи, вот Агнец Божий, который мой грех берет. Мой, тогда он мой Спаситель пришел. Это необходимо, иначе ну все и все. Нет, я согрешил, я отвечаю, я в ад пойду, а не то, что многие. Как Пимен Великий говорит. И у них, у сектантов, нужно поучиться. Вот это... любовь к Слову Божию, к Святой Библии. Как благовествуют, и к дому идут свидетели Иеговы. А это даже не еретики, они вообще, как это, от сатаны. И книги написали вместо Библии, но делают правильно. И поэтому вот сам момент движения мы должны понять. Я сидел с ними в лагере. Да.
Это прекрасные люди. Они не идут в армию. Если бы были сегодня все эгоисты, то Америка бы не угрожала России. А Россия не угрожала бы Украине и Америке. Они ни один никогда не воевали. Их Библифоршеры назывались, исследователи Библии. Библии поставил Гитлер как евреев уничтожить их вместе с цыганами. Свидетели Иеговы одних. Но оказалось, что самый большой процент выживания среди их был свидетели Иеговы. У них не больше 15% погибло. А вот посылают в Афганистан. Обыкновенные русские люди, 14 700, статистика говорит, но на самом деле много больше, около 50 тысяч коллег. А у них ни одного. Им 3 года, они отсидели, они все дома, ни один не погиб. Они хорошие труженики. Мы это добрые, это почему не берем? Это в наше время живут люди. Да сейчас нельзя, да с тебя... Ну, рядом с нами живут люди, я еще раз говорю. Почему никто не разрешает? В советское время их давили, душили. А они остались целые. Самая быстро распространяемая секта. Самая быстро. А почему? Потому что все до единой идут и проповедуют. Ложь, неправду, как у мормонов. Надо учиться всюду, как Антоний Великий. Как пчела перелетал со цветка на цветок. Мне эти вопросы задают вот в детском лагере. Ну, приезжают там, из Англии приехала, директор Кэстонского института прилетела даже с Ксенией Дэном. Там профессора психологии, как в течение 1 месяца ребенок там наркоманы, его родители не могут узнать, как он меняется. Ну а где вы учились? У меня нет никакого образования, я не учился нигде. Я учусь у ног Христа. Но я каждому ребенку говорю, вот это правило я взял от Японии, вот это взял из Лондона. Какие правила? Как обходиться? У нас очень строгие правила. Нельзя ни обзываться, ни драться, ничего. И живут они, эти люди. И, наконец, говорят, главный движущий фактор всему, пишут, любовь с большой буквы. А как любовь? У меня физическое наказание есть. Родители подписываются, согласны. Он, если матерится, у меня крапива там. Вот тут прокуратура, на меня уголовные дела заводили, и ни разу ничего не было. Приедут, никакого наказания нету. Вы уберите из устава. Не могу убрать, это... Сдерживает. Люди-то приезжают разные. Ну да, да, вот человека, как бы целесообразности дел, наказание, как бы помощник такой где-то. Ну конечно, написано так. Если дети остаются без наказания, то это незаконные дети. Они для меня как дети. Я создаю 100% защищенность ребенку. За 42 года у нас не было ни одного несчастного случая. Никто не утонул, никто не отравлен, никто не потерялся. Это чего-то стоит? Тысячи детей перебывали. Без помощи государства ни рубля не дали. Мы начинаем с молитвы. Подъем в 5 утра. Да ни одного лагеря детского нет такого. Не в Америке, я много по скаутским лагерям там ездил. По Калифорнии, там Вашингтонские, везде где. Они этого даже не знают. Так вы что делаете, у нас за это посадят. Ну вот видите как. А здесь начальники лагерей приезжают ко мне, да и за это посадят. Никто не садит за это. У меня и прокуратура, и ФСБ, это КГБ приезжают. Ничего нету. Допрашивают, осматривают детей. Ни одного пятнышка нигде нету. Они не любят детей. Я им когда рассказываю, ну вот скажите, а у вас если такое бывает, что воруют? Ну было там, цыганят принял, а они... Крепкие такие сами по себе-то, но воруют. Ничего не могу сделать с ними. Но и на них управа нашлась. Я присматриваюсь, смотрю и применяю определенное правило. Вот так. Другой не хочет работать. У меня он будет работать. Лагерь трудовой называется, не для больных. И ребенок сам говорит, я здоровый. Вот он встал утром, я не могу никак, а утром мы должны... Гимнастика заняться, утреннее правило, чтение Евангелия с толкованием, колокола звенят. И успеть еще бывает искупаться и пилят дрова. Они у меня дадут на стол, там все метут. Какой порядок. Ну, один начал, я вот это не могу. Ничего, пожалуйста, тут у меня скамейка в тенечке, садись. Но только знай, завтрака не будет. Играть ты не будешь, купаться не будешь. Он минут 10 посидел, да у меня вроде прошло, ничего не болит. Ребенок же. Это скамейка у меня называется целительная. Другой ребенок полный, пухлый. У меня называется галатийская диета. Добровольно.
показываю, вот какой мальчик, а вот ты какой, тебя зовут Боров, Кабан, тебе нравится? Нет. Ну, толстый, толстый просто парень-то. Ну, вот два сухаря и компот, на отдельной скамейке сидеть. Ну, и они прям лезут туда. Другой тощий туда лезет, а я не пущу, ты нормально, у тебя вес. Вот ребенка наказать, он матерился. Я его отдельно, никто никогда не видел, как наказывать. Отдельно келья называется, келья. Я вот туда завожу, положил крапиву вот так на уровне губы, а он боится, плачет. Ну, плачет все. Я беру крапиву в рукавичку, выхожу с ним, вот он ревет, боится. А все в это время молятся, весь лагерь молится, когда я повел наказывать. Я тогда и показываю. Вот смотрите, крапива, крапива жгучая-жгучая. Я беру ее зубами, рву, у меня на губах тут волдыри будут. Я смеюсь и отплевываю. Ребятишки хохочут все, а этот пацанин говорит, я не боюсь тогда. Я ему должен показать, войти в его состояние. И когда говорят, ребенок не может, а другой не любит просто детей и забыли свое детство. Не надо над ним строжиться, но надо очертить грань, за которую он не должен заходить. Да. Интересно, интересно. Вот это вот интересный момент психологии ребенка, чтобы не дать дурным мыслям восторжествовать в теле или в сознании человека. Вот это, конечно, это очень большое дело. Я понимаю, что очень протестантизм. Я все-таки больше из протестантов. Понимаю, что нет дисциплины в протестантстве. Да. Ее просто нет. И она развивается во все остальные деноминации, такие как харизматия, пятидесятничество. Все покрывается какой-то непонятной благодатью. А конкретных, конструктивных решений, как в правительстве, целые страны договариваются одни с другими, решают глобальные вопросы. Не за одного человека, не за человеком целые народы стоят, и они договариваются. А помочь ребенку, это же проще, чем весь народ уболтать, если хотите. Целую страну уболтать, только конструктивным решением. В правительствах это делается. Сегодня встали колокола, а вот в протестантстве какой-то вот лодырство, тунеядство, летуны какие-то. Вот я так смотрю на это вот. В евреев, я действительно, я наблюдаю за евреями, я вижу, какая-то есть дисциплина. Они там этих в Ешвах учатся. Они там наизусть знают Ветхий Завет. Говорят, Ветхий Завет нас не спасает. Ну давайте мы, протестанты или православные, хотя бы одно Евангелие наизусть будем знать. Это торжество. Говорят, можно знать Евангелие, а поступать плохо. Да не можно так. Сознание человека и психология так будет воспитана. Давид говорит, видел я Господа, ибо Он одесную меня. Я спрашиваю, это где одесную? На уровне головы? В голове Господь, через Слово Свое. Оно производит нас и желание, и хотение. А если его тут нету, вы хоть что скажите человеку? Как-то я видел ролик один какой-то, призвали какого-то отца осветить квартиру там. Матушка призвала и говорит, батюшка, осветите квартиру у Алеши тут, а то тут бесы и черти. Батюшка пришел, а там картины всякие разные такие, то черти, то бесы, то еще какие-то шайтаны там. Батюшка говорит, ну это надо снять. Надо поубирать всякое непристойное. Сначала с комнаты, потом с головы. И заполнить это не бесами какими-то безрассудства, а заполнить Словом Господним, целесообразностью и естеством. Во Второзаконии где-то сказано там, или в Исходе, когда Бог давал сынам Израилем законы и заповеди, целесообразные, конструктивные, Он сказал о нас, о язычниках, говоря, услышат все остальные народы и скажут, только этот народ имеет такие здравомысленные, целесообразные заповеди. Я не говорю о Талмуде, я говорю о Моисее, пророках, Христе и апостолах. Это та целесообразность, о которой дал Господь сынам Израилем и сказал, я поставил вас во свет для язычников. Я, честно говоря, радуюсь тому здравомыслию, которое сказал Господь Иисус, говоря, ибо закон в одном слове, выслушай мне сущность, а там сказано, ибо закон в одном слове говорит, люби ближнего, как самого себя, это Павел, кажется, говорит. А Христос говорит, итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы с ними, ибо в этом законы пророки, не только данное сынам Израилем. Павел говорит, мы грешники из иудеев, а они из язычников. То есть Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, следовательно, и мы
являемся некими участниками того здравомыслия и радуемся, но вот это конструктивное действие, целесообразное, которое у сынов Израилевых было, которое, наверное, есть сегодня, то конструктивное решение, которое в вашей общине, оно действительно, а без него никак не бывает ничего, я с этим согласен. А вот у протестантов оно какое-то такое вот, какое-то все благодатное, и говорит, молись, и Господь тебе поможет. Написано в притчах, кажется, кто отклоняет ухо от слушания закона, того и молитва мерзость. Да. Ко всем остальным мерзостям, которые написаны в Ветхом Завете. И молитва моя мерзость, если я не слушаю закон, не покоряюсь здравомыслию Господа Вседержителя, а только взываю Господи, Господи, Господь Иисус сказал, что вы зовете ко мне, Господи, Господи, а то, что я говорю вам делать, вы не делаете. Все заключается в деланье, а у протестантов деланье как-то оно вот какое-то расплывчатое, расмытое, неконструктивное. Ну, вот как-то мне так видится, просто я немного устал от каких-то то ли пропротестантских, то каких-то про этих, как их, харизматических, каких-то эмоциональных вещей. Поэтому оно как-то вот хочется увидеть, усмотреть, как же это у вас получается, как вот с детьми вы работаете, вот почему вы доводите их до сознания какого-то. Я пошел у нас тут в Америке к староверам или старообрядцам посмотреть, потому что я был в шоке. Их не дети, они все вот как-то поколениями тут в Америке держатся. Я пошел, они говорят, ну а ты протестант, что ходишь? Вас там что, не учат, как надо детей сохранять? Ну, говорю, как-то вот не заметилось такое. Но они сказали так, конечно. Ну и у нас бывает, конечно, уходят в мир. Ну, потом как бы меня, честно говоря, чего сразило. Я говорю, мы рассуждали по какой-то теме из Откровения. И я говорю, ну вот вы вот по-старославянски так цитируете. Это точно так написано в Откровении старославянском диалекте. А он говорит, ты знаешь, у нас есть там у одного Евангелие. Я в следующую субботу принесу, и мы посмотрим. И это, конечно, меня насторожило. Я думаю, как это, у одного там Евангелие есть, и в следующую субботу они принесут. Поэтому я как-то... Я, честно говоря, в следующий раз пошел, а на следующую субботу больше не пошел, потому что у меня это как-то... Я был воспитан всегда, что на основании Евангелия, ну, скажем, Ветхого Завета, а вот ну, устным таким вот диалектом передачи информации, меня это настораживало, потому что в протестантстве это иной говорит так, иной говорит, а я думаю, что Господь думает во то, а я думаю, что Господу тоже кажется то, что и мне кажется. И это не основа для меня было, потому что я также вырос в протестантстве, где я видел, один думает так, завтра он приходит через неделю на кафедру, он уже наоборот говорит, и никто этого не замечает, что оно как-то вот, ну, беспорядочно, нет вот такого порядка, поэтому... Ну вот так вот. Я рад, что вы меня пригласили как бы вот на беседу, что я мог с вами услышать от вас вот такой вот радостной вести. Конечно, спасибо за такое вот рассуждение ваше. Я хотел прочитать один стих из Святой Библии, который вы любите. Вот вы сказали, да. Люди когда услышат и скажут, какой у них мудрый закон. Маленько не так. Второзаконие 4.6. Итак, храните и исполняйте их. Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Не закон только у них мудрый, но сам народ даже, может, и не исполняет, и то уже считаться будет мудрым. И как можно закон Божий не иметь, а у нас один где-то есть. Старообрядчество – это тупик. Я называю болотная психология. Библия вообще никакой роли не играет. Никакой. Я с ними знаком очень хорошо. Это моя родина. И когда я у них начал проповедовать там, так какая молва пошла. Ты смотри, говорит, ему как сатана дает Библию знать. Это сатана, а им Бог не дает знать. Но когда увидели, что я цитирую святых отцов, а это патрология 300 томов святых отцов, ну, Златоуст, Блаженный Фифилак, там, и прям сильно, что сказали они. Вот, и смотри, никогда не думали, что сатана дает еще и знать святых отцов. А когда я стал по канонам, говорить, они те же самые слова применили к канонам. Это, говорит, вообще неслыханная вещь, чтобы сатана давал знать канону. То есть знание – это от сатаны, а не знание, тьма и пьют, у них пьянство на первом месте. У них везде Да. Вот.
как у пятидесятников блуд, у каждого свое. Почему? Слово Божие, пятидесятники, когда выходят, оно у них на 20-м месте. Первое – это говорение, и что ты видел, что во сне видел. А у староверов главное, что ты оттарабанить, и Господи помилуй 40 раз, и тяни по крюкам пение Морозовское, Киевское, какие распевы. А одно слово «Аминь» растянут на 20 минут. Да, да, да. Действительно, да, это действительно это то место. Я просто так, я просто в траке ездил, я слушаю. Ну, где-то уже, как бы сказать, я не так точно процитировал. А это то место, оно меня, честно говоря, сразило. Я как-то даже слушал там на Ютубе, и написано было, ну, не написано, «Жиды захватили Россию», там, и тому подобное. Я советский человек, вырос в Советском Союзе. И как бы немного такой патриотизм неосознанный, но он в сознании присутствует. Я, конечно, с этим борюсь. Почему? Потому что национализм или, как это сказать, патриотизм, он хорошая вещь, но хорошо, когда это в праведности, а когда это в каком-то вот, ну, нерассудительности, это немного плохо. Ну и вот я как бы такой националист, да-да-да, я хотел сказать по поводу... Вот вылетело с головы, а сейчас... Вы говорили о патриотизме, национализме. Я попутно скажу, может... А, вот-вот-вот. Да-да-да, вспомнил. И вот я смотрел на Ютубе там, жиды захватили Россию и тому подобное. А я вот здесь слушаю, и как-то мне все равно обидно было за русский народ, и все такое захватили. И как же это, что это делается, и что-то тянут, и тому подобное. Я говорю, Господи, ну как же это так, ну что же это, ну как-то хоть русским, ну хоть чуть-чуть помоги им там хоть как-то, ну все-таки такие передряги, ну столько хороших людей есть, ну столько учителей, эти харизматы, все остальные морочат им голову там, всякие вот, ну какой-то вот жалко просто людей нормальных, институты позакончили. Ну и я вот думаю, как же так, где же эти русские цари там какие-то вот и тому подобное. Ну вот я слушал, и кстати, кажется, у пророка Исаии вдруг я слышу. Я Исаии плохо слушал, а я реже слушал, потому что его не Александр Мадаренко читает, а другой диктор. Ну и он так немного, не очень приятные у него интонации. Я его не слушал, а потом стал слушать пророка Исаии. И вдруг я там слышу, если не ошибаюсь, то пророка Исаии, там оборот речи такой, вы сейчас вспомните, там сказано за Иуду, что из него гвоздь, из него произойдут все народоправители, в таком смысле. И я подумал как-то, думаю, а может это то, что Господь Бог и сделал по умыслу, потому что и написано «сердце царя в руке Господа, куда хочет». Да и сам царь не может по своей воле, куда хочешь, как бы, кому Господь здравого царя ставит, а кому поставит, какого надо, такого и поставит царя. И меня это как-то попустило. Я не против того, что у нас в правительстве, в России или в Америке тут евреи, цари. Это, в принципе, какой-то промысел Господа Бога, потому что какой-то малый народ и во всех правительствах существует. Почему-то русские в американском правительстве не сидят же, и в чилийском правительстве, а евреи во всех правительствах. И мне показалось, что это действительно именно то, что написано. И поэтому оборот речи, когда сказано, что там жиды захватили Россию, или Чилийский полуостров, или там Пиночет там какой-то захватил, там, скажем так, условно, да, сказать, то это не так, как бы меня должно волновать, потому что Писание пророчески говорит о том, что такова воля Господня. Похоже, наверное, может быть, об этом и сказано в Откровении, что они имеют одни мысли, чтобы передать всю власть куда-то, ну, в какой-то узел, может быть, определенный правительства. Может быть, это так. Но когда слушаешь Писание или вникаешь в него, оно, конечно, попускает от всякого предрассудства такого языческого. Я вижу, Александр, у вас трезвое рассуждение. Все правильно. Ну, хочется вот какой-то. Я просто устал, честно признаюсь, устал. Когда вот смотришь, я как-то смотрел на Ютубе харизматов, меня просто тошнит. Мне жалко вот людей, которые выходят туда, кто-то манипулирует сознанием. Ну, тот же самый Турчинов, скажем, да. Ну, я понимаю, что в советское время в советских церквах были сотрудники КГБ,
И когда отделенные из баптистов говорят, вот мы там как бы, ну, КГБ там объехали, где-то обхитрили, они нас не увидели, не догнали. Ну, я так полагаю, что это все было вот по сценарию сотрудников КГБ, потому что они все-таки психологией лучше занимались. А у нас вот протестантов психологии нет, и все рассчитано на авось. Вот авось пронесет, как бы молись, и молись утром, молись вечером, как бы сказать, и Господь поможет, как бы сказать. А при этом не прилагая ни усилий, ни стараний, ни рассудительности никакой, целесообразности. Ее вот, она вот насторожила сильно, потому что в самом себе хотелось видеть изменений в окружающих. Ребят у меня столько здесь хороших. Одни наркоманы, одни алкаши. Ну, у вас же все нормально, говорю. У вас дети, жена. Все нормально же, в порядке. Вы имеете такое богатство, а вы хотите своими руками разрушить. Я говорю, пойдите туда, под мост у нас тут, в штат Вашингтон, город Спокен. Пойдите, посмотрите, что происходит под мостом. Люди там сидят. Вы у них спросите, вы что, родились такими плохими? У вас что, всегда все так плохо было? Они вам расскажут, что у них и жены были, и матеря были, у них были хорошие семьи. У них было лучше, чем то, что они имеют сегодня. А сегодня в такой разрухе, которую уже восстановить невозможно. И там написано в притчах, если вы не послушаете советов моих, обсмеете меня, и я буду смеяться. Я не помогу вам. Это не какой-то злой рок. Это та закономерность. Если вы превысили спид-лимит, скорость на дороге на повороте в гололед, то не надо обвинять Господа Бога, что он вам, как бы сказать, не помог. А я вот молился, а Господь не помог. Господь говорит, я надоумил и поставил знаки здесь, чтобы вы ездили по спид-лимиту. Это здравомыслие. Или, как сказано, поставь себе путевые знаки, там где-то есть у Иеремии или у Иезекииля. Это то здравомыслие, которое Господь определил. Поэтому как бы вот с этим хочется видеть его. Вот мне почему-то казалось, что вот где-то у Моисея, у пророков, у Христа и у апостолов это есть видение. Они об этом говорили, они о каких-то вот таких вот, ну каких-то вот оргиях харизматических или пятидесятнических там. Вот, ну, знаете, я не знаю, встретимся мы с вами когда-то еще или нет. Я вопрос только задать один вам. Если вы зайдете на наш канал, видеоканал, то там можно увидеть поисковик «Беседа с баптистами». Один баптист из Америки, Юрий Шаповалов, хорошая беседа. Он у меня много книг выписал, сразу рассчитался, перевел доллары, тут все это. И я один вопрос ставлю. Ну вы хорошие, но вы вне церкви, вы баптисты-то. Церкви нет у Христа такой, где нет церкви. Церковь – это тело. Колоссянам 1:18. Христос есть глава. Ну как может быть церковь, когда Господь говорит, я создам, Евангелие от Матфея 16:18, и врата Ада не одолеет, создам церковь мою. А как кто одолел? А что врата Ада? Они говорят, ну враги. Это еретики в первую очередь-то. А вы к ним и относитесь. Как можете новая конфессия? Нет таких слов. Выброси из лексикона. Никаких нету. Есть церковь и есть ересь. Другого нет. Надо мыслить категориями священного писания. А было ли такое, чтобы не имея рукоположения, пришли, а там кто-то сам себя рукоположил, как Джон Смит, основатель баптизма? Нет, конечно. Я спрашиваю, вы имеете юристов среди себя? Ну, у меня в университете много людей. Юристы тут сидят, там, из КГБ, и кого только нет. Я доску расчерчиваю пополам, ну, я веду Слово Божие, исследование Библии по святым отцам. И вот смотрите, вот 10 суток за что? Ну, вот ты там помощился где-то там, ну, вы на свои американские законы переводите. Я говорю, год, 5 лет, 10, отвечает правильно, статью называет. Я говорю, расстрел, тогда расстрел еще был, моратория не было. Ну, вот за это. А чтобы живьем в ад? Да такого нет, говорит, статьи, ну. Людоед людоеда съел? Нет, конечно. Я говорю, числа 16 глава. Это поперек всем сектам. За что впервые и один раз на все времена живьем в ад? Дафана, Вероны, Корей. С семьями, с женами, с детьми, которые не участники в этом деле. Все до одного сошли. Какое такое преступление, если это преступление, одна графа показать наказание, я наказание говорю, а вы говорите, какое преступление. И они начинают говорить, а тут вдруг все юристы останавливаются. Отделение от церкви, секта. Они решили отдельно. Довольно. Все тоже народ Божий. Вот что значит. Как вы этого не могли не рассмотреть? А если мы считаем первое послание к Коринфянам, 10 глава, 6-11 стих. А это были образы для нас, не просто там ушли, чтобы мы не были похотливы на злое. Павел перечисляет все вот это падшее, кто где согрешил. Это были образы для нас, образы.
Какой вопрос в этом? Все молчат. Так вы находитесь в этом состоянии. Как вы можете не понимать этого? Никогда в истории мировой церкви не было вселенской, чтобы сам по себе назвался. Я говорю, вот баптисты, вы сейчас собираетесь, там старшие пресвитера были, сейчас епископы появились. То просто всех бы, а теперь церковью стали называть. Это все у вас набрались-то от нас вы. Вы этих слов даже не знали. Откуда вы взяли церковь? Покажите начало. Начало. Кто первый? И скажите, вот как вы, баптисты, верите? Вы верите как апостолы? Конечно. Ну хорошо. А как проверить? А вот как проверить? Первое послание Коринфянам 12:28. Поставил одних, говорит, что? Апостолами, пророками, в-третьих, учителями. Я говорю, кого апостолами перечисляют? Пророками, ну, Агав там кого-то, а учителями опять апостолов. То есть их нету. Их нету. Почему? Потому что те, которые сейчас появляются, Билли и Грэм, другие, Павел не имел, говорит, поставил. Речь шла о том, поставил, кто Игнатий Богоносец, Ириней Леонский, то есть они в церкви. И когда я спрашиваю, как вы верите, ну, я знаю, учение баптистов очень хорошо. Я отделенным помогал материалы распространять, и у них в разных центральных городах столичных проповедовал много лет. Я знаю это учение. Хорошо, все правильно, все, что взяли от православных. А рукоположение-то нет, вы не церковь. Я говорю, не церковь. Вы почему не слышите это? Церкви никогда не было, что без рукоположения. Считай, Деяния апостолов 14:23. Для того я тебя оставил, чтобы ты довершил недоконченное. Это Титу 1:5. В каждой церкви рукоположил. К церкви? Ну что тут непонятно-то? Он кто? Епископ. Он ему Титу и пишет, Тимофею пишет. Это епископы были. А кто епископов? Апостолы. А епископы кого? Они имеют благодать хиротонии. Другой не может быть. А откуда известно? Деяния 8 глава. И там, когда люди обратились, апостолы ничего не стали спрашивать. Они поднялись, Петр и Иоанн, и поехали туда. Почему? Духа Святого никто не мог принять через другие руки. А Филипп, это диакон Филипп, он не мог преподать. Его преподать надо было. И они приехали, спросили, пришли ли там, приехали. А мы, говорит, как говорится, даже не слыхали. Они возложили руки, они получили. И эта благодать дана была епископам, и так и идет до наших времен. Но если этого нет, я им говорю... У вас вот правильно принесли эти троицы, учение, душа. Вы не адвентисты седьмого дня. Вечная мучение. Ну, все правильно. Толкования у вас нету, вы сироты. Скажите, во втором веке кто так верил, как вы, баптисты? Ну, назовите. Ни одного. А у православных жития святых. Как жили они, как умерли, вы найдете у меня там в этом, на сайте, жития святых, 12 томов. В третьем веке у баптиста ни одного. Ну вот ваше учение изложите и скажите, вот так верили. Детей не крестили, икон не было, не было ни одного века. Но если их там покинул Господь, значит церкви не было. Он говорит, я во все дни до скончания века с церковью. Во все дни до скончания века. Ну мы читаем 28 глава Евангелия от Матфея. Для меня это был главный стих, через который я пришел. Ну и что? Откуда? А мы можем называть в каждом веке по житиям все, как жили, как умерли, за Христа они страдали, умирали. Вы никого не знаете, вы сироты. У нас вот которые сектанты приходят, и что интересно, у всех одинаковое чувство. Вот как только он примет крещение в православии, он говорит, я ничего не могу с собой сделать. Он, у него такая радость, я вернулся домой. Я говорю, да ты никогда не был, у тебя родители были баптисты. Я не могу это чувствовать. И там из пятидесятников пришел. Только крещение принял, его приняли в церковь, и он едет дорогой, радуется, а другой священник что-то говорит, я домой вернулся. В Америке там, вы можете видеть, Питера Гилквиста, 2000 баптистов пришло, разное, вот, 2000 сразу обратились в православие, и называется «Возвращение домой». Они сироты. Я люблю баптистов, просто люблю, какие они хорошие, но они не церковь. Я говорю, вы зазираете православных, ну идите к католикам. Попросите у них, чтобы вам руку положили ваших старших пресвитеров, или как епископом сейчас называете, трех изберите, самых хороших, чтобы они вам руку положили. Они их рукоположат всех, и вы будете церковью. Будете братьями. Ну, не нравятся католики. Ну, пойдите еще из Григориана Армяна, копты и сирийцы, пять сильных. Вот, больше нигде нету сохраненного рукоположения. Пойдите к Григориану Армяну, я договариваюсь, за вас схожу. Они говорят, мы могли бы поговорить. Но условие будет поставлено, чтобы вы ничего... У вас не будет иконы, чтобы иконы вы идол мы не называли и не... Что иконы не идол, я докажу в течение 5 минут вам сейчас. Любому. И все соглашаются 100%. Ну, только дайте полную подписку и так людей учите.
чтобы все, что свято, нигде не хулилось. Вы можете Божьей Матери не молиться, но не называйте ее, что от нее дети родились и другое. Сектантов легко узнать как. Хулят иконы, нет рукоположения и верят, что тысячелетнее царство будет когда-то. Тысячелетнее царство. Оно не будет, оно идет. Вот три пункта, по которым я сразу вычислю сектанта, любого. Я ему говорю, этому баптисту, он хороший, рассудительный. Я, почему ты без бороды? А на другой раз он встретился, говорит, по бороде вы меня убедили, тут спора никакого нет. Я говорю, да вы в земной город даже не запустил Иерусалим, а мы идем в небесный. Вы образ Божий искажаете. Зачем вы это делаете? Зачем ты скоблишь лицо свое? Это блудодейная ересь называется, блудодейная, с блудом связанная. Проверь себя хорошенько. Посмотри, да, на иконы. Интересно. На иконы посмотри. Ни одной нету с бритой бородой. Даже словарь Нюстрима возьми, энциклопедия Нюстрима, и там апостолы и все с бородами. Пророки с бородами. По-другому никак и не было, никак. Интересно. А вот еще... Говорите. Я хотел спросить по поводу женского покрывала. Вот у баптистов или у протестантов это было, у пятидесятников очень сильно. Потом это все как бы надо, оно не надо. Как бы всякие сплетни ходят по поводу слов Павла, а буквально объяснить никто не может. А что тут, понятно, всех разделили. Если об этом масоны позаботились, чтобы все были женщины без подков, значит, чего-то стоит. У них так, или в галстуке, или расстегнутый. Застегнутого почти ни одного нету. Почему? А это указание им такое дано. В армии служил, а че, что я говорю, расстегнутый. Ну застегни, зачем грудь-то? Женщина вывалила все. Зачем? Это насмешка. И американские женщины собрались и написали мусульманам, как мы вам завидуем, как вы одеты, как вас берегут. А мы на посмеяние, у ней все вываленное. Нас, говорит, раздели, в платке на работу не примут. Почему? Потому что женщина, молящаяся с непокрытой головой, постыжает голову. Она без платка, она не молится. Вы видели наших людей, как они одеты? Наших, ну да, да, видел. Да. Видели? Да. Вот у нас самая маленькая девочка одета, не просто как у сектантов, там наброшена. Ни одна волосинка не должна быть видна, видимо. Так было всегда, на всех иконах изображено. Картины Сурикова, Поленова, Репина, посмотрите. Это люди, которые писали образы со своих современников. Мы ничего не придумывали, мы просто взяли это родное русское. Я как-то был в одном городе здесь, Павлодаре, не так далеко. А у них был пресвитер у баптистов, Седлецкий, Карл Иосиф, кажется, Карл Иосифович, кажется, вот, с Украины, там, с каких-то таких мест. Вот. Очень хороший пресвитер. И у них журнал, а у меня журнал «Баптист» называется, до революции издавали журнал «Баптист». И там молодежь сидит, 906 год-то, все 100% с бородами. Я говорю, а у вас нет бород, почему? Ну вот все, Карл Станиславович Седлецкий, вот как его правильно было. Я говорю, выходит, а если бы все носили бороды сегодня, вы бы стали брить? Нет, ну и вы по стихии мира, а не по Христу живете. Мир носит, и я буду носить, мир не носит, я не буду. Они запротестовали, а Карл Станиславович говорит, нет, говорит, он прав. Надо уметь сознавать свою неправоту. И ради чего ты это делаешь? Да тебе это дан знак. Вы когда зайдете на наш сайт, там есть книга одна, прямо в раскрытом виде, называется «К истинному православию». Я 40 лет собирал материал на нее. 40 лет по крупицам. И там отдельно о бродобритии, отдельно о табакокурении. Обо всем. Начинается, конечно, со слова Божие. Что об этом говорили святые отцы в течение 2000 лет? Материал там, по нему, по этой книге, там диссертацию защищают. Вы обязательно посмотрите. И когда откроете сразу оглавление, в оглавление ткнете, и сразу открывается тема. То есть материал идет. Хорошо, хорошо. Хорошо. А вот говорят протестанты и, может быть, словари всякие эти протестантские, они описывают, что раньше женщины брили голову, и поэтому это были языческие там жрицы, которые были лысые. Павел говорит, пусть она голову покрывает, а в общем волосы даны вместо покрывала. И они вот все это переплетают, хотя если взять годами раньше или в то время, когда Павел это пишет, то должно быть, если Павел пишет о том, что не надо носить покрывало, то ему надо было бы это написать не послание Коринфянам, а в послание евреям.
и отправить всем еврейским женщинам, да, чтобы они не покрывали голову, так как все по истории еврейства носили всегда покрытие, и ортодоксальные носят и по сей день. Да. Но Павел пишет это к язычникам, у которых, по-видимому, был иной образ, а не такой образ, какой был у еврейского народа. И Павел говорит, что так нецелесообразно, нецеломудренно. Поэтому даже тот факт меня настораживает, что Павел пишет это язычникам, а не еврейским, если он хочет сказать, что покрываться не надо. Языческие и так в то время мало покрывались. Может быть, как вы думаете по этому поводу? Ну, относительно того, что бритые были, то он и говорит, если стыдно быть обритой, значит, она не обритая была. Уже доказательство. И он сравнивает, что если бы она была обрита и без покрывала, а покрывало дается для ангелов. А ангелы видят, Златоуст говорит, вот куда посрамление-то твое идет-то. Он еще рассуждает, у них как Маня, как Ваня, а у нас как святые отцы истолковали, как Иоанн Златоуст, 12 томов я беру, мне не надо толковать и думать об этом. Все уже обдумано, мне надо исполнять. Вот у нас баптисты, я говорю, а вы знаете, вот... Если на соблазн человек ест, то это большой грех, говорит. Согрешаешь против брата, за которого умер Христос. Ну да. Но вы знаете, что сейчас идет Великий пост. Да. И у православных ее соблюдают. А вы рядом живете, рядом, на одной лестничной площадке, и все время жарите, варите. Павел говорит, не буду есть мясо, пить вина, дабы не соблазнить. Вы слышали, вы соблазняете. Ну откажитесь, а почему я должен? То есть они чревоугодники. Я узнал, что мусульмане не едят свинину. У адвентистов не пьют чай, кофе, там прочее. У меня это истреблено в доме нету никогда. Намертво все вычислено. И кто со мной знает, ни у кого нету, чтобы не быть соблазном. А баптист не пойдет на это. И зачем он пойдет? И сколько я не говорил, бесполезное дело. А мы спасенные. Большего вращения придумать нельзя. Павел говорит, мы спасены в надежде. В надежде. А у баптистов не так, уже ноги с облаков свесили. А мы спасены. Верующий Сына Божий имеет жизнь вечную. Верующий, то есть это дается право получить через веру. Но будет ли он иметь ее? Ну, конечно, будет. Да неизвестно. Многие потерпели кровосмешение в вере. Не без веры, а в вере не доплыли. Многие стали враги креста Христова, Павел. И они, говорит, попирают дух, и все, они посчитают за святыню кровь завета, духа благодати оскорбляют. Для них нет жертвы за грех, а только некое страшное ожидание огня, готового пожрать противников. Как будто никогда не считали. Совершенно. Библию не знают. Вот собираются, когда беседовать, я очень много среди баптистов трудился, как миссионер. И вот садимся, у нас встреча иногда заканчивается часов 4:30, 5 утра. Не было ни разу, чтобы они не согласились, что это так. Бог не требует служения рук человеческих. Это вот за то, что мы крестимся, Бог не требует. Я говорю, вы уверены? Ну так написано. Ну давайте на бумаге запишите. Не требует служения рук человеческих. 17:24 Деяния апостолов. Это говорится о крестном знамени. А зачем писать? Ну напишите. Я говорю, нет, я напишу. Это не о крестном знамени. Почему вы-то боитесь? А теперь скажите, Павел где проповедовал? Чтобы ответить на какой-то вопрос, нужно 4 вопроса ответить. Кто сказал, когда, кому, с какой целью? Больше не надо ничего. И уже картина ясна. Кто, когда, кому, с какой целью? Кто сказал, Павел, когда? Когда был там-то? Где афиняне? Вижу, вы как бы особо набожные. Так, у них были там христиане, не были? Как он мог запрещать крестное знамение, когда ни одного христианина нет? Как можно вешать семафор «Красный запрет свет» на необитаемом острове? Ну вы понимаете? Ну да, как же нам проповедуют? А что тогда значит? А значит, строили они капище? Бог не требует этого служения, чтобы мы капище строили. Он обойдется. Храмы мы строим для себя, не для Бога. Молитвенные дома. Согласились. И у вас там один, сейчас баптисты живут там, а они мне близкие были, мы с ними беседовали во Фрунзе. В течение полчаса все до одного согласились. А в это время приходит их мать, а беседа у нас дома. И она только зашла. Я говорю, слава Богу, наконец и мать пришла. Она, а вот написано, нельзя, не требует служения. А сыновья сидят. Вот, они Кушнарчук в Америке сейчас. Они говорят, мама, не надо. Мы, говорит, уже все поняли. Нас обманывали. Вот и все. У меня было один раз проповедовал, примерно 450 человек в зале было. И когда я кончил, пресвитер встал и говорит, мы все до одного согласны сейчас перейти в православие. Потому, доказывать ничего не надо, ни церковь. Потому что нет рукоположения. Ну, получите его. Но что интересно, за 2000 лет ни один епископ не перешел к сектантам. Ни один. Это Божий промысел. Церковь одна.
Она не может, она деградировала. И как деградировала? Один на днях сектант со мной беседует. Деградировала. Но поясни, что такое? Она святая и непорочна. А как же люди грешные? А они, когда грешат, они вне церкви, их уже нету. Они уже за пределами корабля. И блудники есть такие, которые, говорят, у язычников не слышно. 5 глава 1 Коринфянам. И он уже вне церкви, и он выпал. А теперь его примите, потому что небезызвестны умыслы сатаны. Он раскаялся. У нас каноны. Там ничего этого нету. Ничего нету. Толкования не знают. У нас толкование на любой стих показан. И ветхие пророчества ветхозаветные, Феодорита Кирского. Какие молитвы. Стал, что Бог положит? А что он положит, когда ты телевизор смотришь, ну, играешь? Павел говорит, да. Это вдовица 84 года, дочь Фануилова Анна, Семен Богопримец, день и ночь служила Богу, день и ночь. Я говорю, вы знаете, что такое ночь-то? Начинаем говорить, нет, а почему я должен себя это, ущемлять? Я говорю, Павел говорит, а вы как считаете, Павел имел Духа Святого? Ну да. Ну а Павел знал, что вот этот храм, тело наше, знал, он это написал, вы храм Бога Живого. Но он говорит, я усмиряю и порабощаю телом этот храм. Вы скажите, баптисты, я говорю, как вы порабощаете и смиряете? Порабощать, то есть тело считать рабом. Рабом, порабощаю. А душа это госпожа. Как? Да никак. Ни поста, ни креста. Один разговор. А мы постимся, когда надо. Я среди вас жил, пил и ел, и на кафедре проповедовал. Я знаю, никаких постов. Это не пост. Да какая разница, вы одну пищу и другой заменяете. Считай, Даниила, какая разница? Они только растительные. С царского стола не брали. И выглядели не хуже. И какими дарами Бог их наградил. Надо помнить, что все ветхозаветнее было образом. Они этого не понимают ничего. Я говорю, вот вы знаете, что ягненок указывал на Христа? Ну да. Ну, Агнец Божий. Евангелие от Иоанна 1:29. Хорошо. А ягненка куда клали? А куда его клали? Вот какие-то, как скажи ты, ничего не стоит. На жертвенник. 12 камней Яков совершил, сотворил жертвенник. Христа куда положили? А куда положили? Да на крест куда положили? На крест. И там написано, 7 дней освящай жертвенник. Это будет святыня великая. И все, что прикоснется к нему, осветится. Как можно не осветиться от того креста, который пропитан кровью Божественного Агнца? А вы крест имеете. Да сейчас у баптистов везде у нас в России кресты стали ставить. Крест – это знамение на сатану. Это оружие, которым он побежден был. А недавно одна пришла тоже из сектантов и на меня здесь вышла, православной стала. А бывшие баптисты спрашивают, а почему у вас икона? Я говорю, а ты задай им вопрос, почему у вас их нету? Почему нет икон, когда Бог повелел иконы иметь? Повелел. А где это написано? Загибай пальцы по порядку. Храм Соломонов был? Ну да. А как он устроен был? Не знаю. Да третья книга Царств, 5 глава, считай по порядку. По устроению, как Бог показал, план Богом показан, Богом. Все, что ты видел на горе. Ну да. А Христос пришел куда? Соломонов храм. Да Соломонов разрушен. Вторая Паралипоменон, 25 глава, изломал в нем медное море. А куда пришел? Это я разговариваю с руководителями, ничего не знают. Я говорю, храм Зарававелев. А какое его устройство было? А такое Иезекииля, 41 глава, 17 стих. Одну запомните как-то, 41:17 Иезекииля. Mm-hmm. Бог повелевает иконы сделать. Икона это икон изображение. Изображение внутри и снаружи храма от пола до потолка. 41:17 Иезекииля. И Христос пришел в этот храм и говорит, это дом мой. Дома молитвы. Не сказал, что это Иезекииловское капище. Ну так это в Ветхом Завете. Вообще такая дурь. Так апостолы были в Духе Святом в день Пятидесятницы? Были. А когда? Вторая глава. А в третьей главе говорится, шли в храм молитвы, сейчас девятый. Куда они шли? В капище или в храм Божий? И там были иконы. Так там были только херувимы. Правильно. Потому что до смерти Христа людей на небе не было. Первый человек это разбойник. Теперь они на небе. А откуда известно? 12:28 считаем дальше. Считая евреев, считаем в Откровении, под жертвенником души вопиют. У человека душа есть. Ну, и все, мои друзья баптисты поплыли. Остановились, а как же у нас так нет? А сейчас картинки имеют.
у них в молитвенных домах рисуют сцены из Священного Писания. Но мы же не целуем, никто не заставляет, вы не хулите хотя бы. Мы любим Слово Божие, оно нам открывает глаза. А написано, не сделай изображение. Ну, как где не сделай? Того, что на небе вверху, на земле внизу и ниже земли. Так, так. Ну, давайте я пишу это в университете. Говорите, что на небе вверху, не знают. Ну, давайте я буду говорить. Облака, звезды, луна, солнце, ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, начало, силы, власти. Больше ничего нет. И Бог Саваоф, Троица. Ну да. Так не. Что из этого нельзя делать? Ничего, что на небе. Ограничений нету. А 25 глава говорит, сделай изображение херувимов. Что, Бог забыл или что? Почему вы дальше 20 главы не считаете? Это вы обманываете людей. Вы считать не умеете. В 20 главе он запрещает идолов. А икону повелевает сделать в 25. Так кланяться. Он повергался перед этим ковчегом. Тут уже ничего не сделаешь. Он там получал откровение. Я не ищу своего, но нельзя так вырывать. Мне нравится, я возьму, не нравится, я заглажу. Надо брать все. Истинное православие заключается в том, что имеет толкование на все святые книги. Толкование не противоречит ни одному месту Библии. Вот тогда оно истинное. У меня разные-разные были руководители, сектантов. Я говорю, давайте вот напишите рукой, что вы сейчас говорите толкование так принято и так правильно и в Духе Святом. Ну да, в Духе Святом, откровение. Ну напишите, распишитесь. Не могу заставить. Но я расписываюсь, что вы говорите не в Духе Святом. Я докажу в течение, ну, полчаса докажу. Дальше начинаем, они отрекаются от первоначального. Но вы же говорили в Духе Святом. Я говорю, завтра пойду, а у меня на магнитофоне записывается. Тогда магнитофоны были. И вашему руководству прочитаю теперь. Вот что вы делаете. Вы говорите и отрекаетесь. А мы отрекемся, скажем, не говорили. Да записан голос ваш. Так нельзя делать, нельзя. Вам люди доверились, а ты слепец завел их куда в яму. Я знаю, в любом положении я нахожусь в Церкви Христовой от апостольских времен. С нами рядом и Златоуст, и Василий Великий, и Григорий Богослов, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский. У вас никого нет до основания. Раньше лютеры не могли быть лютеране. Не могли. Сегодня говорят 21 тысяча разных названий. И все от Бога. Диаметрально противоположное. Адвентисты-то вас, баптистов, ни за кого не считают. Но выйдя от баптистов, они сохранили все баптистские заблуждения и добавили своих. От них вышли теперь иеговисты, они сохранили все адвентистское и добавили своих. Баптисты самые правильные из сектантов, потому что они только вышли из церкви, рядом стоят. Вне церкви нет спасения, вне церкви нет спасения. Мне задают вопрос, а как же они уверовали? Вот здесь Дух Святой есть. Никто не может признать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот момент, когда они уверовали, Дух Святой их побудил, но дальше они не идут. Дальше начинают хулить, и все отнимается. Вот практика какая. Я это не один, не два дня говорю, а 53 года. Интересно. А вот еще вопрос по поводу разговора. Я хотел спросить... Что происходит в тот момент, когда возлагают руки? Это вот в чем эта вот преемственность? Как она, ну, как-то это видимо, как-то происходит реализация? Нет, невидимое. Это невидимое. Это дар Божий. Бог так повелел. Вот мы считаем, что ветхозаветнее все было тенью будущих благ. Я с вами разговариваю легко, потому что вы знаете Святую Библию. Вижу, что вы свободно оперируете этим. И вы скажете, да так. Это тень, а тело во Христе. И все, что в Ветхом Завете, это образ был, будущих благ. А тело во Христе. Я спрашиваю баптистов, скажите, а вот вы помните, что был ковчег? Ну да. А о чем он говорил? Что он преобразовал? Ни одного баптиста нет, кто бы ответил. Ни одного вообще. До самого верха всех бы. До Житкова. До Карева. Никто не может ответить. Почему? Бог отнимает мозги. Я говорю, а вы верите, что Иисус называется, вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Ну, написано. Так у Христа Слово есть Логос? Ну, да. А где это Слово было? На скрижале. Где скрижали были? В ковчеге. Христос где был? В чреве Девы Марии. Ковчег указывает на Божью Матерь. Вот смотрите, я считаю, первая книга Царств, 5 глава. И когда из плена филистимского шел ковчег, то жители Бевсамиса были на полях.
И они увидели ковчег и подошли и заглянули. Они не плевали, они не хулили ковчег. Написано, посмотрели. И Бог убил родных ему евреев, 50 тысяч 70 человек. Даже в Сталинградскую битву 50 тысяч это была цифра. Я спрашиваю, за что? Они не могут ответить. Когда вы исследуете Божью Матерь, что у нее дети были, вы хулите образ Преблагословенной Девы Марии. Она дева, иначе не было бы никакого чуда. Читайте 7 главу Исаии. 50 тысяч и 70 – это точный счет. И вы думаете, что? Но если тогда он покарал Бог, он сегодня не другой Бог, он вчера и сегодня вовеки тот же. Как вы не боитесь хулить-то? Я о вас уже забочусь, а о сектантах, когда разговаривают. Повторяю, они не плевали. Теперь смотрите, вот Оза, не Ози, а Оза, перевозил ковчег. И ковчег наклонился, вы знаете это. И он решил его поддержать. Что он плохо сделал? Ничего не сделал, Бог сразу убил его. Я спрашиваю, а за что он его убил-то? Ну убил-то Бог его, и не быки забодали его. Ни на один вопрос ответить не могут. А у православных на все ответ. Это был прообраз, что церковные дела, как бы они ни наклонились, человеческими силами, отделением от церкви, разными баптистами другими, не выправляется. Это смертельно опасно. Оно выправляется Духом Святым. А как? Через служителей восстают новые епископы. Я мирянин. А обо мне прямо патриарх сказал. В свое время Бог восставляет. Я сейчас могу даже вам просчитать как. Я сразу понял, он как бы меня он даже не зная, а предсказал, что вот так будет. Mm-hmm. Вот смотрите как. Вам сейчас не сразу может быть это будет. Я сейчас открою, посмотри. Вот смотри, здесь где написано. К. Кукша. Вот, смотрите. Сейчас я просчитаю. Вам слышно меня, нет? Вам не слышно или слышно? Да, слышно. Все. Подобно тому, слышно, как древнему Израилю посылает Господь судей и пророков, так и в церкви своей, в моменты чрезвычайные, Он обычно посылает людей исключительной благодатной одаренности, как бы пророков, сильных духом и верою. Не имея официального назначения, эти люди самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других. Но это предводительство не имеет официального характера, не является установленной в церкви должностью и не всегда держится служебных рамок. Как и всякое пророчество, оно есть личный подвиг таких людей, делая их личной, внутренней, духовной предприимчивости и ревности о Боге и Церкви Божией. Митрополит Сергий Строгородский. Я когда прочитал, я сразу понял. Да, прочитал. Действительно интересно. Это относится ко мне. Меня никто не ставил, у меня никакой должности, я не священник. Но меня касается абсолютно все. Я начинаю совершенно непроходимыми путями идти. Вот крест это неправильно. Я чуть не 50 лет бьюсь с этим. Сейчас строят купели и прочее. О том, что православные шли, миссионеры не знали. А сейчас и патриархи все говорят. Я их задолбил. Почему? Я знаю, что я в церкви. А человек, который не в церкви, хоть ты день и ночь лоб разбей. Но ты вне церкви все время. Спасение на корабле. Откуда известно? 1 Петра 3. Там написано не плотской нечистоты омытия, но обещание Бога и добрую совесть. И сектанты на этом останавливаются. Я говорю, там запятая. Спасает. Воскресением. Крещение спасает. Я говорю, скажите, у вас крещение что дает? Ну, завет с Богом, обещание Богу доброй совести. Ну, вы подтвердите, так нет. Крещение у баптистов нет прощения грехов. Почему? А потому что нет рукоположенных. И они в учении баптистов этого нет. А у нас учится, что прощение грехов. Ну а Библия как говорит? Библия так и говорит. Деяния апостолов, 22 глава, 16 стих. Вы проверьте своих баптистов. Скажите, почему у нас прощение нет прощения грехов, а только покаяние? В покаянии нет прощения. Покаяние это отстать от греха, но не прощение. И вот когда Савл пал, теперь 3 дня он слепой, к нему приходит Анания в Дамаске и говорит, брат Савву, я останавливаю баптистов, скажите, вы думаете, Павел покаялся? Савву, конечно. Теперь он братом называет, ему прощенные грехи. Все 100% баптистов отвечают, прощенные. Слушайте дальше. Брат Савву, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои.
Да, да, да. Ну, что он будет обрать? А почему быстрее? Потому что ты можешь умереть в грехах. Теперь мы считаем Деяния апостолов, 2 глава, 38 стих. Что нам делать, мужи, братья? И Петр говорит, покайтесь. А если по-баптистски, то покайтесь для прощения грехов. Это, покаяние. Павел, Петр так не учит, он учит так, как Дух Святой. Покайтесь. Второй этап. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получит дар Святого Духа. Ну, это-то открыто. Своим, я ничего не толкую-то. Это я говорю во всех боях, в самом патриархии баптистской-то. У вас заблуждение на заблуждение. Вы не церковь. Вам не светит спасение. Войдите в церковь. Они слушают вначале, а потом меня гонят за шею. Чтобы я не заходил, не говорил. Я в одном молитвенном доме один день говорил, кажется, 8 часов в разных собраниях, на разных языках. Это Бог делает так. Да, действительно, действительно удивительно. Ну вот, да. Когда мы считаем, ну, без веры можно спастись? Нет. Но считаем 7 глава, 1 послание к Коринфянам. И наши дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Почему они нечисты, а почему теперь святы? Да потому что один из родителей, верующий, написано, он крестил ребенка. Это так понимал Мартин Лютер. А почему дети должны быть крещены? А потому что прообраз Ветхого Завета. Завет с Богом заключался в 8-дневном возрасте. А обрезание, кто не будет обрезан, истребится душа та из народа. 12 глава. Бытие так? Ну да, так. Соседи соглашаются. А о чем все Ветхозаветнее было прообразом? А на что прообразовало? Не знаю. Но только Колоссянам. И Павел говорит, обрезаны обрезанием нерукотворенным, с обличением греховного тела, быв крещены, крещением Христом, крещены, ну, обрезание, говорит, а обрезание сегодня, то было в 8-дневном возрасте, и сейчас завет с Богом. Еврейский ребенок ничего не понимал, но уверовал он и весь дом его, и обрезан был весь, а кто не будет обрезан, да истребится. Это образ был, тем более нынче. Тут прощение грехов и завет с Богом. Тут все стоит на месте, все. Я спрашиваю, скажите, вот субботники беседуют, вы верите, что заповеди Божьи навсегда даны, вечные? О, конечно! А баптисты говорят, они временный характер имели. Баптисты не правы здесь. Суббота, седьмой день, надо обнащитить. Это закон вечный. Они думают, я субботник. Нет, я не субботник. А что такое суббота? Это покой, шаббат. А где покой получен? А Господь говорит, творю все новое, новое. Новое творение, не звезды, а звезды теперь взойдут новые, верующие. Где? Христа распяли в пятницу, в субботу Он проповедует в преисподней, в воскресенье Он воскресает, и сегодня мы радуемся. Вы будете печальны, но возрадуетесь. Жена родит ребенка, когда, говорит, скорбь терпит, а когда, говорит, родит, не помнит себя. Когда родился Христос, вышел оттуда, образно сказать, из преисподней. И поэтому суббота образно показывала на воскресенье, на первый день недели. Это все новое творение. Она вечная суббота. А почему? А с переходом. Все заповеди до единой, они имеют прообразовательное значение. Если в Ветхом Завете было «не убий», а я говорю вам, гневающийся на брата есть человек убийца. А я, то есть противоположную. Не прелюбодействуй. Христос назвал в Ветхом Завете заповедь. А теперь я говорю, кто смотрит на женщину с пожеланием, уже прелюбодействовал. Ну, измененная заповедь, не измененная, а возвышена. Возвышена. С евреем он разговаривал, как с неразумными детьми. На другое они были не способны. Ну что, Александр, много мы сегодня наложили? Да, да. Я хотел спросить, я могу вам еще, как бы сказать, ну, звонить, если можете, вдруг возникнут? Возьмите вот сегодняшний день, запомните. Вот в это время воскресенье. Я вам оставлю это окно. Вот во сколько мы начали, вы себе запишите. Во сколько мы начали говорить. Я просто хочу сказать, что у меня не всегда может быть такое окно. Ну, перейдите другой день, другой день. Ну, примеры, чтобы я был с 3 до 17 Москвы. Тогда еще шире. Угу. С 3 до 17 по Москве. Угу. Вот в это время, значит, и позвонить. Но лучше ближе туда, к 17. Володя у меня придет тут для записи, а то бывает автозапись не записывается. Вы этот ролик увидите в интернете. Увидите.
У нас хорошие ролики ставят. Хорошо. Это поучительная беседа, хорошо, для многих полезная. Какие у вас вопросы, да, будут по Писанию? Серьезный разговор, он полезен для всех. Да, да, я согласен с вами, я согласен. Время последнее, времени немного, наверное. И как Павел говорит, чем ближе усматриваете пришествие дня Господня, то один другого там увещеваете, как бы сказать. Я... Именно так. Да. Я хотел спросить, да, у вас в машине это такой столик там стоит? А это сзади у меня стол стоит, а справа и слева у меня там сиденье, стол опускается вниз. Делается кровать на первом этаже. И у вас, наверное, тут... Ну, в общем, у меня стол... Это туалет, наверное, у вас тут же? Нет, туалета нету. Нет, у нас нет, просто, а? Как вы знаете, в Америке есть рестерии такие. Ну. Остановки через каждое там... Ну, я ездил, ну, может быть, знаю. Ездил, я знаю. Да. Мы нынче прошли до Португалии. Ох ты, это... Вы скоро уже весь свет объедете. Ну, много проехали. Много. Я проехали. Вижу. Все европейские государства проехали. В каждой национальной библиотеке я подарил свои книги. Я 50 лет копил материал. 9 лет сидел за компьютером. И теперь отдаю в библиотеке всюду. Мои книги видели в библиотеке у Путина, а не в центральной библиотеке Ленина, исторической, парламентской. Ну да, дай Бог, чтобы они приносили, чтобы Господь возбуждал интерес, ну, людей кто читать. Знает. Ну, понимаете, если сеем мы, то, говорится, на 50 будет или не будет. А когда не сеем, 100% ничего не будет. Это верно, аминь. Да, я согласен. Ну что, если ничего нет, отпускайте нас. Есть. Да, хорошо. Спасибо большое за общение. Храни Господь. С Богом. Вам сколько лет? Спасибо, Господи. Сколько лет вам? Мне немного. Мне 43 года. А, 43. Ну, а мне 76. О, ну дай Бог вам бодрости, крепости, ваши годы. Спасибо, Христос. И телом, и духом бодриться. Я 53 года вот как уверовал, несу эту миссию. В 23 года обратился. Зашел в доме пятидесятников, получил Евангелие. Мне учение известно не по книжкам только. И поэтому я старался изучить все, там, буддизм, мусульманство, но уже имея в руках Библию. И поэтому я отобразил это все в книгах, как надо смотреть. Два слова, хорошие слова сказал Мартин Лютер. В мире есть одна книга Библия и одна личность Христос, а все остальное к нему. Аминь. Во славу аминь. Богу. Ну все, с Богом, счастливенько. До свидания. Вот Бог дал сегодня нам сколько. Вообще удивительно. Еще не разговаривал ни с кем, что с машиной ехал. Какой-нибудь с бородой. Вообще. Благослови. Александром звать. Будем молиться.